А тут у нас представлено что? Семей? А, музей семей. Это юрта, да? Разрез здесь юрты. Выступал, когда я это как бы отрыв. А как называется верхняя одежда женская? Это камзол. Камзол. Здесь написано. Ага. Чапан. Вот. Чапан. Женский название, знаешь, салки идет. Слушай, а вот это юрта, да, получается? Нет, ну это декорация. Декорация. Вот мне рассказывали, что сверху оно вот это декоративное, ну она стягивает. Не, ну тут это же понятно. Вот это ручная. Ну да, да. У нас дома, который есть. Оно сверху стягивает конструкцию. Вот это. Для жесткости. И красиво смотрится. Интересно. На холсте, да? Ну, это как пэтчворк. Пэтчворк. Это вот для кумыса. Салямик. Ага, а вот с газеты смотрите. Это ваш художник, да? Сами тоже начали. Я тоже не помог, если ну, как у всех. Как у всех, да. Подсушились кисти. Ну, у меня такой же, у меня тоже такой. Но я сейчас... У меня ушатан. Я уже не таскаю тяжелые. Это дети. А то портрет, да? Нет, это Шажалов. Его? Ну, вот такие мне нравятся. Ну, такой, да. Немножко грязновато, да, пастельно. Да. Ну, интересно. Вот да. Его, вот это работало. Да. А, хорошо. Ну, это не масло, да? Не, оно вообще в масле, а это